Чебоксарах стали известны имена лауреатов премии «Общественное признание». Традиционно награждаемых собирают в канун Дня города в Большом зале администрации. Конкурсу «Общественное признание» уже 11 лет. За эти годы в его фонде скопилось более 1000 имен победителей и призеров. И за каждым социально значимый проект. Интересная биография, важное событие и многое другое, из чего складывается жизнь города. А сегодня мы чествуем тех, кто много сделал для нашего родного города. Повседневным трудом, из года в год, десятилетиями они работали на благо родного города и горожан. Леонид Черкесов в прошлом глава города, лично знаком едва ли не с каждым в этом зале. Годы совместной работы он вспоминает с благодарностью и уверен, у нынешних городоначальников такая же верная и работоспособная армия единомышленников. Каждый ваш проект, ваша работа, она и становится успешной, и ее поддерживают горожане, потому что она настоящая, потому что, повторюсь, она идет от сердца, от четкого понимания любви к городу, в котором вы живете, к своим коллегам, к людям, которые живут в ваших дворах, к вашим соседям, к вашим друзьям. Среди лауреатов премии врачи и педагоги, студенты и пенсионеры, творческие коллективы и производственные предприятия. Их всех объединяет естественное желание сделать свою малую родину еще лучше, еще комфортнее и еще привлекательнее. Все, что можно сделать сегодня, не откладывайте на завтра. В каждой номинации по правилам один победитель и два лауреата. И лишь в последней не было конкурсных мест. Народными героями безоговорочно признаны матросы, которые только за это лето спасли более 30 жизней. Я учил детей плавать в спортшколе «Спартак», сейчас она олимпийский называется, бассейн. Ну и летом меня случайно пригласил товарищ поработать спасателем. Мне понравилось, и я стал с 2006 года работать каждое лето на пляже. Кажется, ничего особенного. Каждый должен так делать. Елена Гальперина, Валерий Резюков, «Республика».